Вот территория нефтебазы. Ага. Нефтебаза ГАИ идет. ГАИ, там дальше блокпост, который он идет, ну там, я так понял, дорога. Которые уничтожили. Дорога с России, да. Это они сейчас, ну, там, да? Коридор, да. Я понял. Сейчас они так вот обошли со стороны Дубайса. Где живешь, да, в этом доме? Там никого там нет. Я понял. Никого из наших вообще нету. Один человек остался? Никто не смотрел, где шел. Я с мамой, мы на 14 этаже. На каком этаже? На 14. На 14 этаже? Да. Я понял. Не хочешь уходить? Только значит. Планирую. Планируешь? Боится, короче. Боится выходить, да? А во мне это, ну и поломало, короче, сейчас на ходу капает. А ты, да, может, ты в квартире был, когда они стреляли с танка? С танка? Я не знаю, откуда они вообще стреляют. Дом трясется и висит. Ну, так что ничего. Ну, вы здесь находились, да? Да. И мама твоя здесь. Да. Может, в момент это? Да. С пулемета обстреляли, ага. И шмелем еще бабахнули. А им что-то не понравилось, они с танка по нам два раза стреляли. Что-то красненькое. Вообще так шарахнуло, он даже не испугался. Ну, клубника же может испортиться. Сейчас не переживать. Вы здесь живете, да? На Ополченце, мы ДНР. Сейчас это, эвакуировать вас будем. Хлопцы, выведите нас отсюда. Сейчас, выведем, конечно, сейчас выведем. Сейчас ребята выведут, придут. Вы готовьтесь, берите то, что вам надо. Документы. Вам есть куда ехать? А сколько тут человек? Ну, может, вы будете уходить? Да, хорошо, здесь оставаться. Нет? Ну, как бы, вы будете уходить? Да, хорошо, здесь оставаться. Мы вас вывезем на машину. Мы вывезем вот туда, в сторону Донецка. Вы все отсюда, да? Да. Еще есть люди в доме? Есть, там еще на 15 этаже еще люди есть. Я вам слева желтый фургон и через переезд, видишь, стоит дом, развернутый туда вправо. Говорит, это неправильно. У него прямо... Да. Мы отстрелялись вон оттуда из окошечка. Ну вот отсюда видно, вон, там одного квадратика нет. Угу. Тут еще стекла были вот на этом окне сначала. Вот это он ударил, да? Да. И пацаны вот со шмеля прям с самой крыши лупанули. И вот он попал вот в перекрытие, видишь, вот, да. Стенку проломили. И вот второй выстрел сюда. Ага, два выстрела. И только отстрелялись. Да, не Ага, он один или два человека вроде как сидит на танке. На танке? А, нет, это тут камера не очень, вроде бы. А, нет, он подбежит кто. Возле танка бежит. Я Побежал туда в сторону. Возвращается, сука. Побежал через железнодорожные пути, побежал в ту сторону. Он как специально ждет, как я начинаю снимать, он начинает бегать. Как настроение? Отлично. Боевое. Победное. Да здравствует Новороссия. Правильно? Пойдем мы. Нормально. Работает, надо идти.